Сегодня у нас будет довольно-таки масштабное видео. Будем делать покраску волос фиолетово-розовый цвет. Но подробнее вам об этом расскажет профи мама. Да, привет всем! И сегодня у нас будет покраска в розовый цвет прямым красителем. Мы сейчас вам покажем. Вот таким мы его заказали через интернет. Это покраска фирмы Adore. Это прямой краситель, он глубоко не проникает и не вредит детским волосам. Мы выбрали номер 83 и 82, он глубоко тонирует, поэтому вы не повредите волосики и не беспокойтесь, что что-то произойдет с вашими волосами. Но перед тем, как приступить к окрашиванию, нам нужно подготовить наши волосы. Сначала их нужно хорошо прочесать, а затем вымыть. И только после этого мы начинаем делать окрашивание. Помыли Софийке голову. И очень важный момент. Перед окрашиванием нужно тщательно вымыть волосы, для того, чтобы краситель красиво проявил свой оттенок. У Софийки русые волосы. И еще важно, что чем светлее волосы, тем краситель становится ярче. Сейчас мы будем просушивать волосы примерно на 80%. Мы высушили волосы и решили вместе с Софийкой покрасить волосы на половинку. Да, на половинку. Это примерно вот так. Для окрашивания нам понадобится краситель, который мы выбрали, кисточка, мисочка и одноразовый пенюар. Мы накрыли Софийку и теперь готовы приступать к окрашиванию. Мы начали наше окрашивание. Прядки берем небольшие, чтобы хорошо окрасилось. Проводим пальчиками, раздвигаем волосики и вот делаем вот такой вот способ, чтобы все прокрасилось и не было у нас никаких пятнышек. И так по всей голове. Хорошо пропитывая, не бойтесь. Должно все хорошо пропитаться. Мы красим пол головы. Смотрите. Подходим к завершению. Я окрашиваю последнюю прядочку. Посмотрите, мы окрасили пол головы. Я проверяю. И теперь вот эта вот накидка, которая у нас была, мы аккуратненько заворачиваем, чтобы не вымазаться. И в таком положении оставляем на 40 минут. Через 40 минут встретимся. Вот и прошло 40 минут.
Следующий этап – это нам нужно вымыть хорошо волосы от краски. Пошли. Мы сейчас будем смывать, но уже без шампуня. Смываем только там, где окрашенные волосы. Эту часть мы уже не моем, так как мы ее перед окрашиванием уже помыли. Мы смыли наш краситель. Теперь нам осталось посушить, и мы увидим наш результат. Посмотрите, какой у нас вышел классный результат. Очень красивый цвет, и это без осветления, прямым красителем. Цвет просто бомбический, вы только посмотрите на это. Любая девочка, которая будет идти, будет на вас смотреть с вот таким лицом. Спасибо большое, моей профи-маме. Мы будем ждать ваших комментариев, как вам понравился цвет и какой вы цвет хотите попробовать на себе. Пишите. Ну а пока ведь, всем пока, мы вас любим!